Итак, генерируем число. 89 миллиардов 247 миллионов 944 тысячи 900. По прискорам. Давай, 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 нажимай. 1964. Тут все видно. 1964. Вот его номер. Алло. Алло. Да-да-да, здравствуйте. Игорь, здравствуйте. Конечно, знаю. Ты смотришь стрим? Да, я смотрю стрим. Ничего себе, ты красавчик, молодец. Откуда ты, Игорь? Я с Воронежа. С Воронежа? Ничего себе, это классно, так прикольно. То, что я в Воронеже делала, в Воронежской области делала субаря. Ну, видимо, это судьба. Я очень рада, я тебя поздравляю. Созвонимся, договоримся после стрима, что, как, чему обсудим. Хорошо? Хорошо. Так, ребят, мы уже выдвигаемся в Воронеж к Игорю, отвозить ему субаря, а по пути заедем к Вадиму Ожегову, где красили субаря. Но для начала хочу вам порекомендовать канал одного чувака, который создает проекты для обычных работяг в строительном сегменте. Таких как отделочники, сантехники, электрики и монтажники всех профилей. Плюс к этим всем проектам он еще скоро запускает еще один проект в виде приложения такси без диспетчеров. То есть пассажиры видят свободные машины, а водители видят свободные заказы на карте. И помимо этого в его группе ВКонтакте сейчас он проводит конкурс на представителей в городах, где может принять участие абсолютно каждый. Так что переходите по ссылочкам, которые находятся в описании, подписывайтесь на канал и группу, и все подробности узнаете там. Ну а мы поехали дальше. И перед нами чистый горизонт, ведь мы видим рассветы, мы видим рассветы. Мы видим рассветы, наш город весь пепли, нас не сдержат и цепи, мы поднимаемся вверх. Это дорога на север, дорога на север, дорога на север. Наш город весь пепле, нас не сдержат и цепи, мы поднимаемся вверх. Это дорога на север, дорога на север. Походу до этого кафе нам не добраться. Подожди, я чуть дальше пройду. Пробежечка. Вот тут дорога какая-то есть. Так, без перерыва и выходные. Открыто. Здравствуйте, а кормите, да? А то я думала, перерыто там. Все. Ага, сейчас. Хорошо. Мы преодолели этот барьер. Саш! Да, работает вот так, обходи вот так вот. Пожалуйста. Okay. Приятного аппетита нам. А все за 300 рублей. Не подсматривай. Что там делаешь, блядь? Ты что, ебанутый? Что ты там делаешь? Мы пообедали, едем дальше, проехали мы сейчас полпути. У нас осталось еще 3 часа, а бензинчика у нас уже почти на минимуме, почти. Так что мы сейчас заехали на еще одну заправочку, заправимся, полный бак будем, да, заливать.
потому что нам еще 200 километров ехать до Вадима Ожегова, а это, ну, чуть-чуть в другую сторону от Воронежа, чуть-чуть совсем, вот. Переночуем там, и завтра еще где-то 200-220 километров, вот, поэтому заправляем еще полный бак. Конечно, так, сейчас еще на 1365 еще заправились. До этого уже на 1800, еще 1365, ну, как бы так, ни хера себе. В общем, только закончился дождь, через 5 минут солнце. Проехали мы совсем чуть-чуть, там, не знаю, ну, километров 30, опять дождь. Вообще, там просто ливень. И 5 минут, и снова солнце. Мы, короче, выезжаем из погоды в погоду, да? А что ты постоянно в очках? Солнце. А когда дождь был, что в очках ты сидел? Как-то так и общаемся, короче. Как ловится? Четко. Че у нас тут перекус, да? О, пойдет. Что ты тут мне взял? Пломбир, чтоб ляжки пожирнее, да? Забага! Тонированная. Ничего не видно. Что за номера? Кто знает? Пишите в комменты. О, да тут можно залезть и сесть. А, тонировка, поняли, да? Баллончиком задуто просто. Ты злая такая. Ты злая такая. Все уже, не злая. Ты уже не злая. Охрана. Ой, охрана. Смешно. Тут за нами погоня, короче, уже. А чё ты выехал-то? Это ещё с того раза. Привет. Он где-то влетел. Чё ты зеваешь? Все, устал уже. Все, погнали. Поехали. Так, ребят, более подробно, те, кто не в курсе, вот мы приехали к Вадиму Ожегову, который красил нам Субаря. Вот ребята тут его тоже, которые все это делали, подготавливали. И вот он, тот самый бокс, где Субарь находился сколько? Почти около 3 месяцев. Вот здесь вот он жил, вот здесь вот разбирался. Под этой лампой он сушился. Вот в этой вот ванне делали аквапечать. Прям вот у меня какая-то, знаешь, ностальгия, как будто бы я здесь когда-то родилась, жила, прожила долгую жизнь, тут и потом уехала отсюда. I don't know why. We love the story where we knew.
Так, ну что, уже утро. Мы сейчас выдвигаемся с Новоталучеева в Воронеж уже. Так что осталось совсем чуть-чуть, и Игорь скоро уже встретится вот с вот этим вот фарем. Мы поехали. Так, ну что, и третья заправка у нас на Воронеж. Сейчас у нас уже почти минимум. Почти ничего нет. Сейчас, наверное, еще сколько заправим, Саш? Полбака. Полный бак. Полный бак? Полный бак. И еще на 1769. Алло, Игорь, привет. Привет. До тебя прям не дозвониться. Ну, я же говорил, иногда бывает такое. Мы уже думали другого искать. Понятно. Поедем, короче, на железнодорожный вокзал, насчет билетов узнаем. Ты давай тогда туда подъезжай, ну там тогда и встретимся. Привет. Ты с Субарем здоровишься или со мной? Грязно. Алло, ты с Субарем здоровишься или со мной? С тобой. Надо было увидеть. Прибежать сразу. Я рад, очень рад. Говорят, я вот до последнего не верил, вот даже сейчас ехал, вообще не верил. Мои подписчики говорят, то, что когда мы тебе позвонили, у тебя голос был такой, будто бы я тебе дарю бритвенный станок. Ты такой, да. Ебануться, Игорь! Ебануться, Игорь! То, что они писали, то, что это подстава, это все не по-настоящему, какой-то Игорь не весел. Да я потому что не верил до последнего. Блин, как такое может быть? Так, что это? Ничего себе! В дороге нормально, короче, бахнем с тобой. Нажрёмся. Выпьем за любовь. Как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь. Пусть дрожит хрустальная слеза. Сейчас снова владельцем Субарика. Нет такого ощущения. Пока ты не уедешь с этого города, да, я этого чувствовать не буду. Да не, почему? Просто не верится еще. Мне прикольно, конечно. Такое ощущение, как будто я просто взял какую-то машину покататься только сейчас. Нифига, гляньте, вы там просто очки аж снял такой. Что там выехал? Ну, она какая-то мыта, она вообще, особенно на солнце, вообще классно очень выглядит. Все! Кончилась. Эпопея закончилась. Все, мы сели в поезд. Игорь нас проводил со своими друзьями в Адаме. Так что поехали мы домой. А мой родной, очисти от бригад, дорогу, домой, да будь со мной, да бой со мной, дыши со мной, до самой смерти бьется сердце, эта душа моя поет, не я, словно на крылатом корабле я, и где-то там далеко, высоко над нами, да ты мой Бог, высоко, душа поет, и я вместе с ней, и надо писать, пока не сел и не а надо улететь, да взять билет туда, откуда былому нет возврата.